нашему Господу. Я тоже всех приветствую любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время, которое мы посвящаем Ему. Пусть это время будет качественным. И мы с вами много говорили о покаянии. Сегодня я хочу поговорить о молитве покаяния. Я хочу показать еще одну грань этого важного, этой важной области жизни человека. И мы больше, наверное, поговорим о том, когда каяться. И почему это нужно. Всегда, когда в Израиле наступали трудные времена, например, как сейчас, война, умирают люди, умирают наши дети. Это очень большая боль. И исследуя Священное Писание, я вижу, что в такой период всегда рабы Божьи возносят молитву покаяния. Казалось бы, эти люди не согрешили, это праведники. Но они каются. Грешники не хотят каяться. И именно рабы Божьи обращались к Богу, обращались к Всевышнему с молитвой покаяния. Они каялись за себя, они каялись за свой народ, за то, что отступили от Бога, нарушали Его заповеди. Несмотря на то, что эти люди были лучшими представителями, по сей день остаются лучшими представителями веры. Я хочу начать свою проповедь с того, чтобы просто зачитать молитву покаяния Даниила. Я призываю сейчас каждого из нас соединиться с этой молитвой. То, что я сейчас буду читать, считайте, что это молитва. Мы сейчас вместе будем молиться вот этой молитвой. Попробуйте пережить просто эти слова. Попробуйте их пропустить через свое сердце. 9 главу откройте, пожалуйста. Книга Даниила, 9 глава. Мы все знаем, что Даниил молился 3 раза в день. Мы знаем, что Даниил молился даже тогда, когда вышел запрет, что нельзя молиться. И все это было сделано для того, чтобы убить этого человека. И подстроили все так, что его бросили в ров со львами за то, что он молился, открыв окно 3 раза в день. И утром царь, когда пришел к этой яме с голодными львами, он увидел, что Даниил живой, позвал его, говорит: «Жив ли ты, раб Бога Всевышнего?» Он говорит: «Жив я». Быстро его оттуда достали, из этой ямы. И в эту яму сразу же бросили тех людей, которые его подставили. И Писание говорит, эти люди даже не долетели до земли. Их разорвали львы прямо в воздухе. Такие голодные они были. И вот этот человек, величайший из праведников, когда-либо живших на земле, молится молитвой покаяния и кается. Давайте мы вместе эту молитву прочтем. Я буду читать вслух, просто соедините свое сердце с этой молитвой. 9 глава с 4 стиха по 19 стих. «И молился я Господу Богу моему и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего
милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих, пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия. Ибо мы согрешили пред Ним, и Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершалось над Иерусалимом. Как написано в книге о законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской, рукою сильную, явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Амен. Проблема современного верующего в том, что он думает, что он сам за себя. Огромное количество людей думают, что они не имеют отношения к этому всему. Причем здесь мы? Причем здесь мы к парадам вот этим, гордости, которые проходят в Тель-Авиве там или еще где-то? Причем здесь мы к воровству, к обману, к беззаконию? Мы же верующие люди, мы же такие хорошие, мы же честные. Если мы отделяем себя от своего народа, то мы отрезаны ломоть, а не народ. Вот это мы должны понять. Всегда было, остается и будет такое понимание, как коллективное сознание, коллективная ответственность. Может быть, в других народах и по-другому. Может быть. И я сейчас могу это объяснить, почему. Но то, что касается нас с вами, еврейский народ, мы все вступили в завет с Богом на горе Синай, там. Я и ты, мы тоже там стояли. Мы об этом подробно говорили, вот когда изучаем послание к римлянам. Поэтому мы тоже должны себя соединять со своим народом. В еврейском народе всегда это было. Мы все вступили в завет с Богом, и тут написано так, как сказано в законе Моисея. Постигает этот народ все. И никогда никто этого не отменял. В других народах ситуация другая. Но мы не можем научиться как бы от них, потому что это не работает на нашей территории. И мы должны понять принцип этот, по которому все происходит. Бог наказывает свой народ. Для чего? Написано, всякого сына, которого люблю, наказываю. Он хочет исправить то, что неправильно у нас. И когда отец наказывает ребенка, чего ожидает родитель? Того, что ребенок поймет и попросит прощения, и постарается больше не поступать так.
Но если ребенок не хочет просить прощения, если он упрямо продолжает отступать от заповедей отца своего, то что будет делать отец? Он будет усиливать давление. Для чего? Для того, чтобы не погибла душа. Для того, чтобы исправить то, что было неправильно. И первые, у кого просыпается вот это сознание, это те, кто имеют близкую связь с Богом, так или нет? Это праведники. Они первые чувствуют, что что-то не так с народом. И они начинают каяться. Посмотрите, кто кается. Кается Даниил. Это праведник из праведников, цадик, натуральный. И он говорит, мы согрешили, мы отступили. Он-то не отступал, мы знаем. Даже ценой своей жизни не отступал. Отступали другие люди. Но он не говорит, вот это они грешники, так им и надо. Он плачет и кается, потому что те люди не способны каяться сейчас. Не могут. Сердце настолько огрубело, настолько ожесточилось. Они не в состоянии помолиться Богу. И если мы говорим сегодня, в нашей стране, друзья, мы с вами первые должны каяться за свой народ. И мы должны просить Бога о милости. Так, как здесь об этом просит Даниил. Ради Твоего имени, Господь. Мы можем и должны молиться, так же, как молился царь Давид, который просил, чтобы Бог сокрушил челюсти врагов, чтобы поверг этих врагов. Тоже хорошо, дай аминь. Но должно быть покаяние, должно быть понимание, что это все не просто так. Мы же знаем в Священном Писании, когда еврейский народ был праведен весь, как один, ни один человек не погибал в сражении. Понимаете? Идет война, нет убитых. Можно сказать, что это чудо, но это был знак того, что все в порядке в народе. Так было при взятии Иерихона, так было и в других войнах, когда не было убитых. Когда камни падали с неба на поле боя, это же смешанное, правильно? Это не то, что там отдельно находятся люди. Поле боя, это смешанно идет. И камни падают только на головы врагов. Это ли не чудо? Но точно так же, как в жизни всего народа наступают трудные времена, точно так же это может наступить в жизни каждого отдельно взятого человека. И это как раз то время, когда надо внутренность свою увидеть, исследовать себя. Мы часто поем, у нас есть хорошая хвала, мы поем «Покажи мне мое сердце, что там на глубине». Я не знаю, как другие люди, я когда эти слова пою, я как раз вот об этом и думаю. Я хочу, чтобы все об этом задумались. Или не пойте эти слова, или переживайте эти слова в своей жизни. Посмотрите в свое сердце, что там. Что там на глубине, что там внутри. Почему реакция такая на тот или иной раздражитель извне? Почему выплескивается то или иное из сердца человека? В чем причина такого состояния? Трудное время. В трудное время всегда трудно молиться. Люди больше привыкли радоваться, благодарить, праздновать, кушать и пить, чем поститься и смирять свое нутро перед Богом. Проблемы происходят, как правило, из-за того, что люди начинают рассчитывать не на Бога, а на других людей. Неважно, кто эти люди будут. Хорошие или плохие. Человек думает, что ему поможет другой человек. Мы должны знать, что
мы все всегда зависим от Бога. Даже если вы думаете, что вам помогут люди, вы все равно зависите от Бога, который влияет на тех людей, на которых вы рассчитываете. И повлиять он может не так, как вам хочется, только лишь по той причине, чтобы его сын и Бог хочет изменить ваше сердце. Я хочу напомнить, что Бог не золотая рыбка и не щука из проруби Емелина вот это. Бог суверен. Бог никогда не будет выполнять желания человека, если они не совпадают с его волей. Никогда. Ни одного раза. Огромное количество верующих людей сегодня находится в обольщении, и они пытаются манипулировать Творцом. Заставить Его делать то, что им хочется. Выполнять свои желания. Бог никогда ни у кого не был на побегушках. И человек думает, ну как, ну Бог же обещал, ну вот я сейчас помолюсь, неужели он не ответит на эту молитву? Он даже не слушает эту молитву. Не то, чтобы не отвечать. Даже не слушает. Не верите? Прочтите Исаию. Он говорит, когда вы умножаете моление, я затыкаю уши свои, чтобы не слышать. Почему? Не по воле, потому что Его. Бог хочет, чтобы мы, люди, поняли и глубоко осознали, что Он хочет от нас. Мы же ведем себя, как капризные дети, желая, чтобы Он слышал нас и делал то, что мы хотим. Ведь я же хожу, ведь я же что-то делаю. Бог говорит, я никому ничего не должен. Почему? По одной простой причине я ни у кого не одалживался. Он ни у кого не брал в долг. Это мы в неоплаченном долгу перед Ним, неоплаченном. И никогда не сможем его оплатить. И единственный, кто сумел оплатить этот долг, это Иешуа Машиах. И нам Он дал вот этот вексель, который мы должны хранить, уважать, целовать и вот так над ним трястись, чтобы ничего с ним не случилось, с этим векселем. Причина, по которой приходят проблемы в жизнь человека. Откройте книгу пророка Иеремии. Книга пророка Иеремии. 17 глава. С 5 по 10 стих. Я буду читать, наверное, по одному стиху, чтобы комментировать сразу. С 5 по 10 стих. Так говорит Господь. Обратите внимание, это не я говорю. Это Господь говорит. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Обратите внимание, что происходит с человеком, когда он надеется на другого человека. Он удаляется от Бога. Будет ли Бог помогать такому человеку, который просто отвернулся от него и пошел в обратную сторону? Я думаю, что нет. Здесь очень четко видно две стороны одной проблемы. Две стороны. Первое. Как только ты начинаешь рассчитывать на человека, в этот момент ты удаляешься от Бога. И первое, что хочет Бог, чтобы ты вернулся к Нему. И поэтому действие будет
обратное тому, которого ожидает тот человек, который надеется на того другого человека. Бог закроет это, перечеркнет, расстроит просто. Иногда нет, но, как правило, да. Почему? Бог заботится о душе. Мы уже привыкли к тому, что мы говорим, что мы заботимся о вечном. Мы как бы да, о вечном. Но постоянно мы как раз заботимся о земном, а не о вечном. Я думаю, каждый из нас должен задать себе вопрос. Сможет ли он славить Бога, как это делал Иов, когда в один день умерло у него 10 его детей? Сможет или нет? То, о чем я сейчас говорю, я не думаю, что об этом кто-то говорит. Это очень серьезные вещи. Понимаете? И если человек всю жизнь себя к этому не готовит, он никогда этого не сделает в тот момент, когда он наступит. Иов готовил себя все время к этому. Есть намеки в его книге. Когда он говорит, то, чего я боялся, постигло меня, наверное, он об этом размышлял. И он боялся этого. Но я думаю, что он думал в тот момент, а смогу ли я быть таким, какой я сейчас? Смогу ли я славить Бога? Смогу ли я быть верным Ему? Он смог. И таких людей немного. Это уровень, наверное, самый высокий. Авраам, Иов, апостол Павел, другие праведники, Даниил. Я помню, когда я... Вот Слава сегодня говорил про машину, я поэтому хочу этот пример привести, знаете. Я помню, когда только-только я купил машину, вот эту, на которой я уже 10 лет езжу, да? И мы поехали в Рыховод, провели богослужение, все так благословенно, все так вообще супер. Я выхожу, у меня дверь вмята, кто-то разворачивался бампером мне задним, вмял мою дверь. Такой осадок, так неприятно. И я еду, 2 часа домой еду, и думаю, такая вроде мелочь, да? Помяли железку чуть-чуть. Мне так плохо. Чего я так переживаю? Мне понадобилось время, чтобы с этим всем разобраться. Понимаете? Мы иногда обнаруживаем внутри себя то, чего не знаем о себе. Я решил не ремонтировать. Не рихта. Там чуть-чуть подровняли мне так вот коленом. И все. У меня было точно так же, когда я первую машину купил. Я купил машину, и первую же там страховку заехал ее застраховать. Вот я ее купил, еще не застраховал ее. 40 минут, там полчаса, как я сел за руль этой машины. Я зашел, застраховал машину, спускаясь вниз, мне Масаид, вот так две двери вмял, вся машина. Я ее так и продал, я ее не ремонтировал. Это только вот я ее купил, я еще на ней не ездил, уже мне ее покорежили. Я потом подумал, ну сейчас пойду я починю, опять покорежат. Не буду. Там на скорость не влияет. Это примеры того, как мы реагируем, как я реагирую. Может, вы лучше, слава Богу, если так. Но нам не нравится, нам неприятно, когда мы что-то в этом мире теряем, когда нам причиняют ущерб. Так или нет? Даже те процессы, которые заранее запрограммированы. Мы не хотим терять. Небесный Отец потерял Сына Своего. Он отдал Его. Конечно, Он с Ним сейчас. Все это мы знаем, но мы до конца никогда не поймем, с какого уровня и на какой навсегда перешел Сын Божий, став человеком, чтобы заплатить за нас цену. 6 стих.
То есть, когда человек удаляется от Господа, посмотрите, что с ним происходит. Почему удаляется? Начал на людей рассчитывать. Люди помогут. Не Бог, а люди. И вот он удалился от Господа, и Бог говорит, он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Аминь. Посмотрите, что происходит. Где поселиться, нет понимания у него правильного. Он в неправильном месте жить начинает. Видите? Удалился от Господа. Самое страшное тут, в середине стиха, он не увидит, когда придет доброе в его жизнь. Для меня это самое страшное. Не видеть. В твою жизнь пришло добро, тебе надо радоваться, а ты даже не понимаешь этого. Тебе все равно плохо. Ты страдаешь. Даже тогда, когда пришло в твою жизнь добро. Вопрос, как же ты себя будешь чувствовать, когда придут испытания? Почему удалился от Господа? Поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Это очень часто похоже на то, когда человек, знаете, вот поссорился с Богом, обиделся на Бога. Хотя Бог ему сделал все, что только можно. Обиделся, поссорился и ушел от него. Типа Бог, живи как хочешь, короче. Ну а как это выглядит? Живи как хочешь. И ушел. Поселился в местах необитаемых, сухих. И там, даже когда пришло что-то хорошее, ему все равно плохо. Понимаете? Не может оценить человек. 7 стиха. Прямая противоположность тому, что мы сейчас читали. Благословен человек, который надеется на Господа. И которого упование Господь. То есть все против него, а он на него уповает. Все плохо, а он уповает на Бога. Восьмой стих. Потому что, ну вот в русском языке ибо, потому что это... На самом деле перевод – это чисто еврейский оборот речи. В принципе, со слова «потому что» или со слова «ибо» неправильно начинать предложение вот в русском языке. Это еврейский оборот речи. Хотя идет продолжение. «Ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках вод и пускающее корни свои у потока». Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Аминь. Прямая противоположность. То есть, снаружи все плохо, засуха, все везде гибнет, а он даже не замечает этого, что вокруг все плохо, у него все хорошо. Как вы думаете, такой человек будет вызывать зависть у тех, у которых все плохо? Им будут тоже недовольны, наверное. Обвинять его будут во всем, правда? У него все хорошо, гад такой. А у нас все плохо. Да что ж такое? Вот это что ж такое, понимаете? У него все хорошо, а у меня все плохо. И очень часто люди смотрят на жизнь других людей вот этими глазами, не понимая причины, что они удалились от Господа. А в этом мире мы вот так вот, ну, рядом, вплотную. Понимаешь?
Один корни пустил у потока воды, у него там засуха, не засуха, зной, не зной, он плодоносит. Потому что уповает на него, на Бога. Пример вам. На кого уповал Израиль 40 лет в пустыне? На кого? На Моисея, на Бога. Ману кто давал? Моисей? Израиль слушался Моисея, но уповали они все на Бога. И когда Израиль был в повиновении у Моисея, все было в порядке. Да? Но когда Моисей, гад такой, привел нас в такое место, тут же камни, все под руками, да? Давайте его побьем камнями и выберем себе нового лидера. Демократия. Давайте демократию сделаем. Этот не подходит нам. Сильно упертый. Золото не собирает себе ничего. Ничего не копит на земле. Не за что его. Надо другого выбрать. Чтобы можно было на него влиять как-то. То Бог с этим не соглашался. Правильно или нет? Но вы представьте себе. 40 лет в пустыне. Каждый день манна утром. Каждый день. Ну, кроме шаббата. Понятно. Кто давал эту манну? Бог давал. На кого уповать надо было Израилю? На Бога. Почему роптали на Моисея? Все очень просто. Вот он рядом, этот Моисей. Даже побить его можно. А ну попробуй Бога побить. Моисей доступен. И он говорит, что он все делает так, как Бог говорит. Значит, он виноват, если что-то не так. Поэтому такая связь. Человек не может выплеснуть свой гнев на Бога или что-то сделать Богу. Даже если камень кинет в небо, он его назад упадет на голову. Бог так придумал закон притяжения, что камень не полетит на небо, а вернется назад. Понимаете? Бог какой. Взял вот и закон такой придумал. Не было бы закона земного притяжения. Можно было бы на Луну камни забрасывать. А так нет. Если сегодня мы пойдем в пустыню, даже на неделю, если Бог не даст еды, на какого человека ты не рассчитывал, не придет он. Понятно, можно наткнуться на какое-то селение, но тебя могут прямо убить там на входе в это селение. Все может произойти. Пустыня. Очень жесткие условия, дикое место. Но если человек уповает на Бога, а это написано много раз в Писании, упование наше, ты Господь. Даже в этом тексте, который мы с вами прочитали, сейчас я вернусь к нему. Посмотрите на это исповедание. Это конец 18 стиха. «Уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Евреи всегда уповали на Бога и на милосердие. И понятно, что не Моисей манну давал. Моисей молился, как представитель от имени Израиля. Это посредник был между народом и Богом. Бог слышал Моисея. Бог отвечал на молитвы Моисея. Более того, Моисей даже уговорил Бога не уничтожать наш народ. Понимаете, какое сердце? Они его хотят опрокинуть, свергнуть, Моисея. И Бог ему приходит и говорит, короче, надоели они мне. Почитайте это. Он говорит, я их всех уничтожу и от тебя произведу новый народ. Другой бы обрадовался, сказал бы, ой, как хорошо. Теперь я буду отцом веры. Не Авраам теперь, я.
мое семя, эти все стратили в расход их. Моисей говорит: Господи, меня первого тогда. Почему? Он говорит: что скажут другие народы? Он говорит: я не хочу быть в таком вот положении. Я думаю, Бог испытывал сердце Моисея просто. Понимаете, да? Испытывал сердце своего раба. И он стал заступником за тех, которые хотели его убить. И Моисей там не ходил потом по лагерю, знаете, по палаткам. Ну что, как дела? Ну все нормально, приходи на шашлык вечером. Он молится там, про это и никто и не знает. Знает Моисей и Бог. Правильно или нет? Если мы хотим быть успешными на этой земле, мы должны быть готовы пересадиться. Вот я сейчас возвращаюсь к Иеремии, да? Если ты обнаружил, что ты не там, где надо, поселился сегодня, тебе надо пересаживаться. А это процесс. Знаете, как пересаживают деревья? Их сначала поливают хорошо. Искусственно дают, чтобы вокруг корней появилось много мокрой земли. Неделю поливают, 3 дня. Потом обкапывают. Потом заматывают, чтобы эта земля не рассыпалась. А потом уже это с корнями вместе, с сырой вот этой землей, вынимают оттуда. И переносят на новое место. А когда переносят, дерево всегда болеет. Хочешь, не хочешь, болеет. А когда дерево болеет, то надо все лишнее пообрезать, чтобы оно быстрее выздоровело. Ему тогда меньше сил понадобится на восстановление и времени. А теперь это все на себя спроецируйте. Если вы знаете, если вы видите, что вы живете не там, где надо, да, значит, надо пересаживаться к потоку воды. И многие говорят: да ну, это такая волокита, ну здесь уже как-то. А может, дождь пойдет? А может, кто-то с ведром будет ходить поливать? Может, а может и нет. Уже столько лет прошло, а ты все, а может. Просто пересаживайся к потоку воды. Тут написано: не боится. Видите, страха нет у этого дерева. Не боится оно засухи. То есть нечем напугать. Чем можно напугать дерево? Только засухой. Ну там червями разными еще, конечно, тоже. Я хочу еще один стих зачитать. Пятьдесят восемь одиннадцать, Исаия, 58:11. Исаия 58:11. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Аминь. Колоссальный прообраз. Почему? Я вам отвечу. Во-первых, написано, что Бог твоим вождем будет всегда. Летамид. Всегда – это всегда, в любое время. Второе. Во время засухи будет насыщать твою душу. Дальше написано: будешь как сад, напоенный водою. Чтобы сад напоить, нужна целая оросительная система. Это значит, что во время засухи, то есть очень-очень трудный период твоей жизни, благословение будет течь, как кровь по жилам, как вода по каналам во все сферы твоей жизни – даже если ты будешь проходить тяжелейший период. Во все, не в одно место, а везде.
Это обеспечит Бог, и Он это берет на себя. От нас нужно только одно – быть рядом с Ним и уповать на Него. И если засуха в душе, что происходит с человеком? Сохнет, правильно? Дух унылый, тире, сушит кости. Вот это и есть. Дух унылый сушит кости. А у нас не сушит, а наоборот уточняет наши кости. Понимаете? Мы даже в трудный период будем... Я сейчас вспомнил, когда меня призвали в армию советскую. В 85-м году. Я призвался, я весил 65 килограммов. Так? Первые полгода я почти ничего не ел, то, что давали в столовой. Я не мог просто. Потом уже приспособился, там наладились какие-то моменты другие. Но до конца службы я на завтрак мог скушать только хлеб, который давали. Вот квадратный этот кирпич, отрезанный кусок, это пайка. И шайба масла. И два куска сахара. Все. Все остальное я не мог съесть. Даже к концу службы. Так готовили у нас. И многие другие вещи. То есть я кушал там то, что съедобное было. И я был не просто голодный. Я был постоянно голодный. У меня такое чувство голода было, что я мог там... Вот, на склад поведут там, да, я сырой буряк мог кушать, понимаете? Это оно никакое на вкус. Но ты его ешь, потому что он хоть буряк, вот можно его грызть. Красный он такой. И за первые полгода я набрал 10 килограмм веса. Понимаете? Почему? Режим. В одно время встал, в одно время лег и гоняют тебя. Еда в одно время. И у меня усваиваемость была стопроцентная, наверное, по калориям. Но факт тот, что очень трудный момент такой, полгода первый период. Вот. И я набрал 10 килограмм, а не похудел. Хотя, казалось бы, должен был похудеть. Когда нас благословляет Бог, вокруг будет все очень плохо, а нам будет нормально. Мы, может, будем чувствовать там, живот кушать хочет все время. Вот. Но ты вот в таком состоянии, у тебя реакция настолько обострена на все, ты настолько как бы слышишь, видишь, чувствуешь. И это то, чего хочет Бог от нас, чтобы мы в духовной жизни были, как взведенная пружина. Помните прошлую проповедь? Духовное ожирение. Вот. Я за эти полгода не смог ожиреть. Но вес набрал. То есть мышечная масса наросла. Кости, наверное, там что-то еще в теле. Не знаю. Поэтому в трудное время мы должны просто открывать свое сердце перед Богом. В покаянии. И не бояться просто этого делать. Новый Завет, я хочу зачитать несколько кусочков. Преграды. Ну, сейчас мы к преградам дойдем. Те, кто записывает, я вам очень советую дома еще прочитать молитву Неемии. 9 глава, 6 по 37 стих. Книга Неемии, 9 глава, 6-37. Почитайте, как люди каялись. Тоже был праведник. 1 Петра, 4 глава. Почему я сейчас читаю эти стихи? В начале проповеди я сказал, каяться первыми кто начинает? Праведники. Они...
обостренно ощущают, что что-то не так с народом, в стране и так далее. И вот смотрите, что говорит Петр. А послания Петра, они адресованы еврейскому народу. Ибо время начаться, 17 стих и 18, 4 глава 1 Петра 17 стиха. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явится? Аминь. Хороший вопрос, правда? Если праведник едва спасается. А почему праведник едва спасается? Потому что не по нашим заслугам, как мы читали, и праведник это понимает, а благодаря тому, что сделал Бог. Но праведник все равно продолжает каяться всю свою жизнь. Он продолжает работать со своим характером. То, что кто-то, и я в том числе, бросили курить, там, употреблять наркотики и что-то еще такого там рода делать, ничего такого в этом я не вижу особенного, честно вам говорю. Ну нет в этом супер там какого-то достижения. Характер изменить, вычистить все, покажи мне мое сердце. Поем мы. Многие не хотят видеть свое сердце, потому что знают, что там. Поэтому я никому не советую быть настолько брезгливым, чтобы вам было противно взять себя в руки. Это афоризм, я его когда-то прочитал где-то. Он был настолько брезгливым, что ему было противно взять себя в руки. Хоть не будьте такими. Понимаете, да, смысл? Пятая глава. Последнее, что я хочу сказать, никогда не поздно обратиться к Богу. Нету такого. Никогда не поздно. Чем дольше мы не лечим болезнь, тем что? Она больше переходит в запущенную форму хроническую. И ее еще труднее вылечить потом, правда? Поэтому лечить надо на месте. Как правило, всегда, что мешает? Мешает гордость. Как это так? Я ж прав во всем. Да? И вот гордость не дает возможности человеку исправить то, что он сделал неправильно. Ему кажется, что это должны исправить те, другие. И он не исправляет ничего. Он ждет, когда те начнут исправлять то, что он сделал неправильно. А почему? Ну, они же более духовные, типа, они же должны понимать. Люди всегда знают, что делать духовным. Отрывочек такой я прочитаю, он касается отношений, вот. И то, о чем мы с Моисеем, да, про Моисея мы говорили. Пятая глава, с первого стиха прямо. Первая Петра, а мы же в первом Петра с вами были. Правильно? Мы четвертую главу сейчас читали. А теперь пятая. И я о чем говорю? О том, что никогда не поздно. И вот что мешает? Сейчас мы увидим, что мешает. С первого стиха, пятая глава. Первая часть относится, скажем так, ко мне. И к тем, кто считает себя тоже пастырями. Если меня спрашивают, допустим, как стать пастырем? Очень просто. Живи как пастырь, будешь пастырем. У меня очень простой ответ. Как стать проповедником? Очень просто. Проповедуй, будешь проповедником. Как стать евангелистом? Вы уже знаете ответ, да? То есть, человек, если хочет кем-то быть,
Нет помех. Будь им, и ты им станешь. Когда ты в своем сердце стал проповедником, наступит момент, когда Бог это тоже скажет другим. Но не так, что мы для того, чтобы стать пастырем, надо учиться, потом диплом получить. Это тоже все надо, если ты действительно стал уже им внутри себя. Но если нет, можно дипломами заклеить всю комнату. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Мессии и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Аминь. Это первая часть. Обратите внимание, как пастырь должен пасти стадо. Первое, он должен надзирать за ним. Видите, как написано? Что такое надзирать? Это значит наблюдать, видеть, что там происходит в стаде. Правильно? И принимать меры. Причем не потому, что пастыря заставил кто-то это делать. Без принуждения он должен так жить. Непринужденно. Надзирая непринужденно. То есть это должно изнутри идти. Он должен четко все видеть. Все, кто где бумажки бросает, кто их убирает. Он все должен замечать. И очень часто это раздражает людей. Мне главное, чтобы это не раздражало Господа. Что если начать угождать людям, как угодить Богу тогда? Не выйдет. Даже Иисус не смог угодить всем. Очень же много было недовольно им. Мне рассчитывать не на что вообще. Второе. Не для гнусной корысти, то есть не ради зарплаты, не ради денег. Иначе ты превращаешься в наемника, о наемниках подробно читайте в 10 главе Евангелия от Иоанна. Я сейчас на это тратить время не буду. Но из усердия, то есть желание сделать труд Божий. Третье и третий стих. Не господствуя. То есть не хочет человек, не надо. Это его выбор. Ну как ты его заставишь? Ну как ты его заставишь быть духовным? Или работать над своим характером? Никак. Не хочет, не надо. Это его выбор. То есть нельзя господствовать. Еще слово «господство» подразумевает, то есть жить за счет других. Быть, ну вот, как помещик там, да? Понятно, что у пастырей должно быть тоже жалование, и благословением для общины, если пастырь получает от общины свое жалование. Это благословение для людей. Но это не должно быть так, что у пастыря Бентли, а прихожане ездят на разваливающихся машинах. Вот о чем я говорю. Понимаете? Если он сам заработал, другое дело. Но если он отнимает у людей, заставляет их отдавать сережки, кольца, это все в ломбард. Все. По 5 раз на служении. Давай, давай. Пастырь должен жить хорошо. То здесь написано другое. Он должен не господствовать над наследием Божьим, а подавать пример. Видите, как сказано? То есть... Иногда людей и это раздражает. Ну, не выходит у меня, как он. Но это не значит, что он не должен подавать пример, продолжать. Понимаете? Нельзя не любить человека за то, что он наладил отношения с Создателем, уразумел принципы благословения и живет теперь по этим принципам.
Нельзя его за это ненавидеть. Вы тогда превращаетесь в Каина, который убивает Авеля. И в послании Иоанна написано, за что Каин убил Авеля? За то, что дела его были злые. Он убивает того, у которого дела были добрые. Пятый стих и дальше. Это уже касается паствы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым. То есть мудрость должна быть смиренной. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Что такое благодать, вы уже знаете. Благодать – это ответ на покаяние, напоминаю вам. На которую, опираясь, человек может жить не греша. Поэтому прямая связь с нашей темой, с молитвой покаяния. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Аминь. Людям кажется, ну как же Он печется, если тут вот так вот, вот такое? Печется о вас. Огромная проблема, когда гордым противится Бог. То есть, если Бог не помогает, если Бог не участвует как-то в твоей жизни, задайся вопросом. Почему? Просто спроси себя. Попроси Его показать тебе свое сердце. Может быть, ты слишком гордый. А Бог противится таким людям, не участвует в их делах и замыслах. Смиренным, напротив, дает благодать. Причем, знаете, смиренный – это не значит, что там тряпка, об которую ноги вытирают. Очень часто люди думают, что верующий – это тряпка, об которую можно вытирать ноги. Ничего похожего. Верующий должен быть сильным и твердым, как алмаз. В определенных ситуациях. А в некоторых ситуациях должен быть как елей, мягким, как бальзам. А для того, чтобы различать и не перепутать, проблема, когда перепутывает, почему? Пытается угадать. Должно быть очень точное понимание ситуации. Для этого нужна связь с Создателем, чтобы все соответствовало. И если не соответствует, то проблема не снаружи, а внутри. Точно так же проблема есть внутри нашего народа, друзья. Мы это знаем все очень хорошо. И чем ближе мы к последнему времени, чем ближе мы к приходу Мессии, тем хуже состояние человечества в целом и нашего народа в том числе. Но у нас всегда был, есть и будет избранный остаток, благодаря которому сохраняется целое или благословляется. Если корень свят, то и целое. Если начаток свят, то и целое свято. Этот принцип работает, поэтому давайте мы будем помнить, мы соль в нашем народе. Мы этот остаток избранный. Мы те, на кого свои надежды полагает Господь. И не надо нам перекладывать ответственность на кого-то. И точно так же в личной жизни не надо перекладывать на кого-то. В себя посмотри, разберись, что у тебя внутри. Тогда будет какой-то прок. Пусть Бог благословит нас, и пусть это слово переварится при помощи нашей веры. Сейчас у нас будет хлебопреломление, сеудат аадон, или причастие. Я просто желаю всем, рекомендую всем принимать это причастие с открытым сердцем, убрать все камни со своей души. Все, кто находятся в завете с Богом, могут принять участие. Все те, кто еще не вступили с Богом в договор через погружение в воду, через омытие грехов,
очень рекомендую воздержаться, что нам вы никак не можете повредить, только себе. И поэтому я зачитаю текст, в котором это написано. И я просто желаю, чтобы наша причастность к Иешуа, она всегда подчеркнута была конкретными какими-то вещами, поступками. Покажи мне мое сердце, что там на глубине я так хочу, чтоб не было тесно твоему духу во мне.